В Бобруйске возле памятника воинам-интернационалистам собрались сотни людей. Почтить память пришли руководство города, представители общественных организаций, родители, вдовы погибших, ветераны боевых действий в Афганистане. Нескончаемым был людской поток. Подножью мемориала ложились венки и цветы. Наша общая задача сегодня – сохранить для будущих поколений память и правду о событиях афганской войны, ее героях, которые достойно выполнили свой воинский интернациональный долг. 35 лет назад закончилась война, но тревожное эхо прошлого и сегодня не затихает в наших сердцах. В списке погибших 23 жителя города Бобруйска и Бобруйского района. День памяти мы склоняем головы перед всеми, кто ценой собственной жизни до конца остался верен своей стране и воинской присяге. Разделяем боль утраты семьями, потерявшими в военных конфликтах своих родных и близких. В трудных условиях, вдали от родины военнослужащие, гражданские специалисты четко выполняли свой долг, отстаивали интересы Отечества, демонстрировали беспримерное мужество и силу духа. Наши люди защищали свой родной край не на своей территории, как в 41-м, 42-м, 43-м годах, а на чужой территории. И это великая заслуга. Да, потери были. Но белорусы никогда сами никуда первые не пойдут. Они будут защищаться и побеждать. С праздником, дорогие друзья. Живите, трудитесь и радуйтесь жизни. 35 лет. Это миг для истории, но не для памяти участников тех страшных событий. Родных и близких, отправивших своих сыновей в далекую чужую страну. Они прошли через горнило Афганистана и испытали на себе прочность мужской дружбы, взаимовыручки, видели смерть своих боевых товарищей, боль утраты в глазах матерей и отцов. Служил я в ВДВ, воздушно-десантный полк, награжден орденом Красной Звезды. Ну и желаю всем афганцам, всем вообще белорусам, всем здоровья, благополучия, семейного счастья. Единственное, что было самое страшное, это расстроить своих родителей, не вернуться из-за речки. Поэтому прилагали все усилия сохранить свою жизнь, жизнь своих товарищей. Старались, чтобы поменьше было потерь в наших войсках. Хотел бы пожелать всем нашим афганцам, нашим и их семьям, и всему нашему белорусскому народу, чтобы было всегда мир на нашей земле. Кульминацией стала торжественная церемония чествования воинов-интернационалистов за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, инициативность, участие в мероприятиях общественно-патриотической направленности, воспитание подрастающего поколения. Им вручены юбилейные медали. 35 лет вывода советских войск из Афганистана. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.